Конгресс-холле состоялась встреча абитуриентов 2015 года с ректором ДГТУ Бессарионом Чехоевичем Месхи и руководством Донского государственного технического университета. Тема круглого стола – инженер, профессия молодых. На встречу пришли самые активные учащиеся школ, колледжей, лицеев города, мотивированных на поступление в ДГТУ. Я хочу поступать на факультет авиастроения, потому что в будущем я хочу стать инженером именно в сфере авиастроения, либо обслуживания самолетов. А сейчас, ну, я думаю, у меня есть несколько вузов, в которые я хочу поступать, но все-таки хотелось бы поступить в ДГТУ, поскольку я считаю, что после прохождения обучения в ДГТУ я буду иметь большие перспективы для дальнейшей работы. Я собираюсь поступать на факультет инженерной экологии, там специальность техносферная безопасность. Мне очень заинтересовало тем, что мне нравится экология, как просто именно общая проблема. Вот, собираюсь поступать туда, но если не получится, то тогда экономистом. Наверное, уже традиция, потому что и родители учили здесь, и дедушки с бабушкой. Вот, поэтому все в ДГТУ, все родное. Будущие студенты в теплой атмосфере обсудили интересующие их вопросы, такие как новые правила приема в вузы в 2015 году, практика студентов и трудоустройство, студенческая жизнь в университете. Мы вот сегодня им объяснили, как, что действует, и в принципе в ближайшее время мы уже начнем прием документов, прием вступительных испытаний, те, кто, у кого есть документы готовые уже с прошлого года, документы об образовании. Сегодня мы получили очередные документы с Москвы по организации приема студентов с крымчан. И, в общем, процесс начинается, провели 5 дней открытых дверей. И вот сегодня интересная встреча тоже с желающими поступать к нам в ДГТУ. Наталья Агеева, Яков Кардо, ДГТУ ТВ.